Deputatul rus Roman Hudiakov a făcut apel la una dintre sesiunile plenare ale Dumei de Stat la delegatul președintelui rus pe probleme transnistrene Dimitri Rogozin să ia în calcul un eventual plan de alipire a regiunii separatiste la Federația Rusă. Potrivit deputatului rus, țara noastră s-a îndepărtat de Transnistria după ce a parafat acordul de asociere la Vilnius, a declarat drept limbă de stat româna și și-a făcut publică intenția de a se integra în NATO. Как мы знаем, за последнее время Молдова парафировала соглашение об ассоциации с ЕС, признала государственным языком румынский и заявила об ускоренном вступлении страны в НАТО. Тем временем Приднестровье, последовательно проводящее пророссийскую политику, фактически оказалось в экономической блокаде. Как вы помните, на общенародном референдуме 97% Приднестровья проголосовали за независимость и последующее присоединение к Российской Федерации. В свете антироссийской политики, проводимой Молдовой, не следует ли нам наконец признать Приднестровье и способствовать постепенному его вхождению в состав Российской Федерации? Rogozin, la rândul său, în calitate de reprezentant special al lui Vladimir Putin în Transnistria, a declarat că propunerea pe care a făcut-o deputatul rus este una actuală, întrucât este pusă în pericol dezvoltarea potențialului economic al Transnistriei după o eventuală asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană. право встать в длинную очередь без э, возможности на самом деле добиться той самой цели. Но это обязательства, которые по сути дела могут положить на лопатки как саму экономику Республики Молдовы, о чем мы прямым текстом уже сказали. И естественно это создаст э, очень большие проблемы для э, Приднестровья. В целом надо иметь в виду, что если говорить о Молдове, 700 тысяч Трудовых мигрантов Республики Молдова работают в Российской Федерации. То есть они уже ногами, руками и своим выбором уже проголосовали за Россию и за таможенный союз и за евразийскую интеграцию. Но элита Республики Молдова почему-то решает свои вопросы в Брюсселе. По Приднестровью мы сейчас подписали новый протокол взамен того, который был раньше, Жуков Смирнов, был протокол, да, Александр Ильич? Вы имели к нему самое непосредственное отношение. Сейчас подписан новый протокол, значит, мною вместе с президентом Шевчуком, президентом Приднестровья, мы осуществляем там меры экономической поддержки, в том числе прямой экономической поддержки наиболее сложных, в сложном, в сложном положении оказавшихся социальных групп. Развернуты программы строительства объектов социального назначения, ясли, школы, больницы. 12 объектов мы должны будем построить до середины следующего года. Значит, вопрос находится на контроле у президента, и Совет Безопасности Российской Федерации постоянно его рассматривает. Поэтому мы своих граждан, а их там у нас около 200 тысяч граждан России, в Приднестровье в обиду не дадим, я вам просто гарантирую. Amintim că acum două zile președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a convocat Consiliul de Securitate în cadrul căruia a abordat o serie de subiecte importante pentru stabilitatea și securitatea din regiune. Printre temele abordate cu reprezentanții structurilor de forță a fost și situația din Transnistria în contextul declarării limbii române drept limba de stat și parafării acordului de la Vilnius.